27 декабря исполняется 108 лет со дня рождения советского военачальника Василия Филипповича Маргелова. Посвященный этому событию большой праздник прошел в городской школе номер 5. Ведь не так давно именно этой школе было присвоено имя героя Советского Союза Василия Маргелова. Генерал армии Василий Маргелов – настоящий человек-легенда, десантник номер один. Именно ему принадлежит честь и слава создания непревзойденных воздушно-десантных войск. Люди, которые служили под его командованием, именовали себя маргеловцами. А аббревиатура воздушно-десантных войск ВДВ и по сей день среди солдат и офицеров часто расшифровывается как «Войска дяди Васи». 27 декабря исполняется 108 лет со дня рождения советского военачальника Василия Филипповича Маргелова. В честь этого события ученики школы подготовили концерт. Десантник с номером один. Великий сын своей страны. Он для солдат служил примером. Понес дорогами войны достойно звания офицера. Учил солдат. Победа с нами. И там, где трудно, побеждал. Бойцы любили командира. Для каждого ученика 5-й школы большая честь учиться именно здесь. Татьяна Титова рассказала, что все школьники, от начальных классов до выпускников, с гордостью говорят: «Я ученик 5-й школы. Я ученик школы имени Маргелова». Никто, кроме нас, не удостоился носить такого звания, никто из нашего города, района. Мы с гордостью носим это звание и не подведем. На праздник пришли почетные гости. Среди них Олег Шаров, председатель общественной организации ветеранов ВДВ. Он пожелал ребятам с гордостью учиться в школе, которая носит имя героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова. Нужно стараться заниматься спортом. Ребята, не стесняйтесь, девочки, мальчики, приходите в спорт. Надо заниматься спортом. Поменьше сидите в интернете, побольше ходите, развивайтесь. На праздник принято дарить подарки. Вот и Олег Шаров преподнес директору школы номер 5 Нине Катаевой памятный сувенир. Памятник Маргелова. Настоящим подарком для всех собравшихся стало яркое и запоминающееся выступление вокально-инструментального ансамбля «Синева» города Новороссийска. Надежда Калинина, Игорь Иванчугов. Программа «События».